Тараз привезено 140 тонн сельхозпродукции на общую сумму 52 миллиона тенге. На центральной площади Достык прошла ярмарка, посвященная 25-летию независимости страны. Свою продукцию на этот раз предлагали сельхозтоваропроизводители города Тараза, а также 5 районов области и АО ТЗК «Тараз». Ярмарку посетил аким области и, встретившись с крестьянами, пожелал хороших и удачных продаж. Всего было привезено 16 тонн мяса, 4 тонны колбасных изделий, более 12 тонн молочных продуктов, а также яйца, кондитерские и макаронные изделия, соль и рыба, мед, сухофрукты и более 91 тонны фруктов, овощей и бахчевых культур. Данная ярмарка дает возможность товаропроизводителям области реализовать свою продукцию без посредников, вследствие чего для потребителей цена на продукцию была на 10-20% ниже рыночной. Ведется постоянный мониторинг цен социально значимых товаров. Эта работа будет продолжаться и дальше. Ярмарки пользуются большим спросом у жителей, поэтому мы планируем проводить их каждые выходные.